У області розпочався активний сезонний гандель садовиною гародніна. І сільськогосподарчі кірмаші працюють у районах і городах. Гетими днями спіс пляцовок, де можна набити сьолітній урожай, доповнився ще одною. Фермерський кірмаш розгорнувся на пляцовці одного з буйних гандльових центрів Могильова. Фермеры на кермаш привезли садовину, городнину, живую рыбу и, разумело, мед на розный густ. Пчеляры, кажут, все летнее оттенье этому продукту надае гречка и василек. Нужно, как говорится, если мы торгуем здесь на ярмарке, да, то все равно нужно говорить о том, что каждый покупатель должен подойти, попробовать и приобрести то, что ему понравится. Побач гандлюют саженцами и насеньем. Раслин шмат. Каже продавец, частей купляют туи. Кошт на их у среднем 10-12 рублей. На этом кермаше свою продукцию представили фермерские господарки Могилевского района. Ранее, кажут, частей гандлявали побач с буйнейшими господарками в области. Теперь фермеры пропонуют свой урожай особенно. Выбор за покупником. Купил рыбу. Сегодня здесь выбор большой получается. 4, по-моему, 5 машин. И рыба, как карп, от 4 с лишним до 3,90 нормально, хороший купил, и красик есть. Пришли посмотреть, что что-нибудь купим. А что хотите выбрать? Ну, овощи, больше ничего. Товар хороший, это очень капуста нравится, лук хороший. Гандлявать новым урожаем фермеры и сельские господарки будут до конца осени. Усяго по области запланировано около 400 кермашов выходного дня. Андрей Шуляк, Денис Бутылин, новини региона.